что 3-0 – такое преимущество, которым могут быть довольны гости. Еще один шанс! Вот и 4-0. Это гол Виталия Абрамова. Да, конечно, интересная игра выглядит. Вроде «Локомотив» начинает подавливать, подавливать, подавливать. Ничего не происходит. Тут же появляется момент у армейцев, они реализовывают. И тут же происходит Виталий Абрам. Виталий, да, здорово полез на пятак. Вот просто не пойму, куда шайба попала, вратаря отскочила и... или в защите. Мне показалось, что именно до Исаева долетело, и как раз первым оказался перед ним 11 номер ЦСКА.